сегодня мы с вами пошуршим нашим заказчиком с Wildberries, да, милок? Хотела заказать ей кэт-шоу, я заказывала девчонке по 102 рубля, а сейчас он стоит по 670, по 800, что-то они там вообще. Но я обратила внимание, что они обновляют упаковку, и цену слишком задрали. Значит, давайте начнем с первого. Я решила все-таки заказать Минабау, если я правильно говорю, вот такую вот масочку. Видите, какая тут хрюшка симпатичная. Это пузырьковая маска. Итак, у нас тут есть что-нибудь на русском-то? Ну, вот как-то так. Срок я проверю, видите, все хорошо, до 23-го года. А, и вот там вот на русском. Давайте открывать, смотреть. Так. Угу. Стоила она, по-моему, 359, что ли, рублей. Ну, что-то такое. Так, Made in China. И смотрим здесь. Очищающая пузырьковая кислородная маска для лица на основе глины. Состав маски вступает в реакцию с кислородом. Микроскопические пузырьки проникают глубоко в поры и нежно и нетравматично очищают их от грязи и жира. Средство дает многогранный эффект, который позволяет лицу выглядеть сияющим. Дает пузырящуюся пенку, которая позволяет загрязнениям как бы подняться от поверхности кожи по пузырькам. Способствует лучшему очищению. Итак, способ применения. Нанести на чистую кожу, на чистую влажную кожу. Маска начинает пузыриться. Можно сделать массаж для более глубокого очищения и далее смыть. Здесь состав, номер партии и срок. Вот, смотрите. Так. Такая хрюшенька. Я знаю, что уже многие перепробовали эти маски. Я сначала думала заказать на Али. Коробочка, видите, внутри испачканная. Но решила все-таки заказать на Wildberries, когда увидела ее на скидках. Так. Угу. Что-то тут, видите, приподнята немножечко вот эта крышечка. И вот она, собственно, глиняная масочка немножко подвытекла. Лопаточка специально для нанесения. Ну, такая вот густая глиняная маска. Буду тестировать, обязательно с вами потом в Инстаграм постом поделюсь. Так, кладем ее обратно. Кстати, очень приятный такой травянистый аромат. Следующее. Это как раз для Милки пакеты. Я заказываю только эти пакеты. Они у меня были в ожидаемом. Их давно не было в наличии. Раньше я покупала их по 160, по 140 иногда на акции. А тут они были по 250, и за 199 я выловила и купила. Очень плотные, качественные пакеты. Я много раз уже их показывала. Пакеты хорошие. Сейчас буду шуршать. Носки. Девчонки, носки. Я такие тоже Никите уже покупала. Это Глория. Глория джинс. Вот видите, GJ Boys. Три пары. Носки обалденные, очень хорошего качества. 10-14 лет. 35-37. Ну, размер ноги у каждого разный, поэтому смотрите. Размер 22 здесь написано. Серый меланж, темно-синий. Текстиль. Киреевский, Тульская область. Вот такие вот носочки. Состав 71 хлопок, 25 полиэстер, 4 спандекса. Вот такой вариант полосатенький. Вот такой темно-синий с полосочкой. И вот такой вот. Очень хорошие носки. Их тоже долго не было в наличии. Они у меня в листе ожидания были. Вот они появились, я заказала. Мила, не ешь пакет? Нельзя. Так, дальше. Решила я попробовать Satin Skin. Атласная кожа. Это спонж-пилинг, смываемый для лица с салициловой кислотой. Чистые поры. Отзывы уж очень хорошие, девочки. И тоже в Инстаграме я у многих видела. Это Белита. Белорусская косметика мне очень нравится, поэтому я решила попробовать. Упаковано вот таким вот образом. Ничего не протекло, слава богу. Отзывы можете посмотреть, отзывы действительно хорошие. Мне нравится, что здесь, видите, как на Милке фокусируется, вот так. Очень удобно. И смотрите, спонж, пилинг, чистые поры. Нанесите на ватный диск, протрите кожу, смойте водой. Все, все волшебство. Ну, посмотрим, как он будет работать. Ну, девчонки в отзывах пишут, что действительно очень хорошо очищает поры. Вот. Так, и состав, кому интересно. Мил.
Вот такой. Так. Иногда на Wildberries белорусская косметика дешевле, чем на Белорусе. Я об этом вам уже говорила. И последнее, что я вам покажу. Я уже заказывала футболки, заказала еще две себе. Я ждала просто, когда они будут чуть-чуть подешевле, потому что решила к лету обновить полностью гардероб. Какие-то футболки старые, в них только там на даче или дома ходить. Мне очень понравилась футболка «Апрель» с котиками, где именно вышивка. Сейчас я пошуршу чуть-чуть. Смотрите. Заказала еще одну черную футболку «Бенефис». Размер 164,92, 100% хлопок, одуванчики с листьями. Мне очень понравилось, как это на фото выглядит. Я решила заказать себе. Видите, какая красота, какие одуванчики красивые. Мне кажется, здорово. И действительно, очень приятный материал. Изготовлен в России. Мила, не шурши пакетом. Изготовлен в России, вот. Шовчики нормальные. Это «Апрель» фирма. Вот такие вот здесь одуванчики классненькие. И причем, ну, по размерам все окей. Я взяла вот этот какой? 46-й, по-моему. По-моему, 46-й была. Ну, 164,92, да. Все нормально. У меня верх 44-46. Я люблю, когда, ну, футболка свободная, не в обтяжку. И опять от Оджи футболка. Предыдущая от Оджи мне очень она понравилась. Та, которая хлопковая. Та, которая с полиэстером, она, конечно, ну, такая себе. Мне будут дома ходить, потому что в жару в полиэстере я не могу на улице. Очень душно в них. Не обращать внимания, там на заднем фоне Милка шуршит пакетами. Эту я брала Эльку специально, чтобы она была свободненькая. Смотрите, какая прикольная. Есть в разных расцветках такой вот кактус. Она, да, действительно, ну, Элька полноценный, 48 размер. Ниточка какая-то. Вот. Единственное, что, смотрите, обращу ваше внимание, здесь низ крайне обработан вообще, ну, будет скатываться. А, рукава обработаны. Здесь даже, видите, прострочено, чтобы вот этот отворот никуда не разворачивался. Прострочено получается со всех сторон, с четырех. Вот такая вот горловина. Какие-то нитки торчат здесь немножко. Та футболка была, по-моему, вот это 430, и это тоже, ну, что-то плюс-минус. Вот. Вот такие вот футболочки. Последнее время подсела я на Wildberries, потому что абсолютно нет времени съездить в какой-нибудь торговый центр. У нас на днях открывается в бывшей карусели открывается еще одна фамилия. Вот думаю, наверное, сгонять туда, может быть, там что-то будет интересненькое. Я вам говорила, что раньше я там обувь Экко покупала там за 1500, за 2000 кожаную хорошую, там что-то из футболок, что-то из вещей. Ну, посмотрим, как будет время. Сейчас времени пока, к сожалению, нет. Ну, а так, покупочками я довольна. И Никитки носочки, и себе футболочки. Надо будет разобрать еще гардероб, повыбрасывать то, что я не буду носить. А то это, как обычно, достаешь из гардероба. Ой, наверное, Мила, не шурши. Ой, наверное, я еще раз одену. И вот этот вот еще раз, он лежит годами, и никто это не носит. Вот, на этом я буду заканчивать свой маленький обзор своих любимых покупочек. Желаю вам отличного настроения и берегите себя. Пока-пока!